Всем доброе утро. Сегодня оператор буду я. Константин у нас уехал отдыхать. Короче, у нас жесткий выезд намечается. Машин очень много. Будет кайф. Сейчас попробую показать все, что есть. Вот он, Резван, обычный ВАЗик. 38 колеса, 2 УЗ. Патрол 38 колеса, такие же. Нгин Патрол 42. ВАДик Патрол 40. Нивка у нас самая маленькая, 31 лысеньких колес. А ничего, Саша на 37. Блядь, шевик просто космос. Так, что у нас тут еще? Серега Белый, 33, Сильвер, тут тоже 33, Сильвер, Тема, Халк, 33. Так, и вот у нас еще два УАЗика, не знаю, что тут Сильвера, там ЦСТшка. Еще ждем, получается, что у нас, Турванива Виталик будет, еще Нарбия Шевик порезанный. Да, Толян? Да, сегодня да. Будут пробки на улице. А, будет интересно, давно так не собирались с такой компанией, но мы обычно так и не едем. Ну, будет интересно. Вот он еще один. Сейчас лицосик. Не успели в лес заехать. Вот, ЧПшник. Вот он. Где ты, ЧПшник, а? 3600. Да. Все, не отвлекай, говори, куда бежать. Слышишь, а куда ключные 10 евро? Объяснить, что мы из 12, с 12 у нас минус одна машина, мы едем... Почему с 13? Ну, я же говорю, мы едем 11 Е. Да. Там еще впереди... И сзади Витос. Сейчас покажем. Не успеваю я ничего снимать, но пока грейдер прошелся, прям очень сухо все было. Поэтому вот здесь речка была, мы здесь проезжали, здесь Валера прыгал. Хорошее такое местечечко. Ну, сейчас спокойненько, потому что, в принципе, все сухо. Это не то место. Ну, Нева, хоть что-то видео должно быть. Понятно, все легко. Натяжечка. Короче, грейдер прошел, речек нету, прям короче, лайт. Давай, спокойно. Да. Ну, может так. А тут видишь, ты сюда полезешь. Нивка 31 Сильвера. Лысоватые. Зашла лебедочка. Thank you.
Людей у нас этот сегодня как в Осетии, короче, вот проходят у них покатушки, у нас сегодня так же. Сегодня прям, о, какой-то надежный план. Капкан? Да, мне кажется, не стоит. Сейчас колесом на софтаст. Так, чуть УАЗика назад сейчас вытянем, далеко не лебедится. И УАЗик еще раз попробует. Какой? Я наверх поеду. Ничего страшного. А я думаю, я пройду на тоненького. Я, если что, лебеднусь. Хочешь? Ты поедешь прямо? Ну, мало ли, может, ты хочешь. Да, там вообще жесть. Да, вообще дна нет, конечно, прям. Момента заезда машины там было вот так ровно, глинка прям хорошая. Да, людей вообще жесть, нас, я не знаю, 20-30 человек, сколько нас там будут, просто людей, космос. И это еще не все, кто-то возле машин стоит, кто-то здесь сидит, короче. Короче, такая движушка, потихоньку пытаемся. Альби руководит процессом. Дэн, жопу подруби! Подруби жопу, блядь! Смотри! Давай, смотрю! Ага, почти! Давай!
Видео, зачем такое делать? Не, не, Дэн, прямо... Дэн, нет. Назад пытайся выехать, еще раз жопой запрыгивай сюда, жопу только. Все, поехали. Вот, вот эти с кустов, езжай, потом поворачивай. Давай, поворачивай. Пошел, пошел, пошел. Мотор тянет, конечно. Ну, да. Да он на опыте, братан. Да, да понятно. Да, ровненько иди, потом. А уже не я, уже на Альбине. Да все, Нива выехала вообще легко. Да, плюс еще Нива. Так, ну что, на Альбине 04 давлеке. Машина не отписана пока, тестовые выезды. А, он походу сюда. Отвалилась. Не, он пошел. Братуха, что это, под самый корень пришел. Он так хотел сильно. Там газ надавил как. Сильно хотел. Да, попробуй назад. Ребят, после красной Нивы в плюсике. Вот мы едем, у нас кондиционерчик работает. Окошечки закрыты. Сережника довольный. Вот, ни пыли, ничего. Едем с комфортиком, пьем кока-колу, лимонад. Вот. Что-то куда-то дальше едем. Пока непонятно, что происходит. Пока только одно засадное место было.
Проезжай! Надо же, он туда поедет. Номер с одной стороны раскрутился, но не откручивали. Лесу. Ну я говорю, хоть чуть-чуть патруля снимем, как он по лесу едет. Да, он здесь. Он в лесу. Да, он ездит тоже. Виталик Анима тоже ездит по лесу. Отлично. Ну тапку ему дай.
Не, назад! Руль вправо! Ох, ты тут дурак, как ты кидайся! Я так смогу? Ну, а видишь, где выезд был? Вон, ну там, получается. Короче, мы ждали Рубилова
что все машины поломаются, что-то случится. Ну, короче, мы уже переехали в Улан. Нам буквально осталось чуть-чуть до базы. Время всего лишь без 25:03. И мы едем все, даже Нива на 31-х колесах, лысых, просто едет. В общем, лес пока еще сухой. Здесь у нас получается промоина. Сейчас поедут Нивы маленькие, посмотрим, как они проедут. А дальше поедут тяжеловесы. С ними тоже интересно. Левым колесом по вот этому пню. Миленькая. Вперед смотри. Тяжеловесы, два УАЗика едут, Денчик, свой первый боевой выезд на новой машине. Если ошибаюсь, по-моему, тоже Виталик зовут. Патрол, 40-е колеса. Плюс-минус тоже спокойно. Дальше еще у нас один УАЗик. Справа объездочка. Оп. Патруль пытается, пока не может. Сейчас, наверное, еще раз попробуют.
Да, пусть левее уходит. Вот смотри. Напомню, может, я не знаю, говорили или нет, этот патрол на родном ZD30 моторе, 3 литра дизель, на автомате. Вот это не надо, давай, пошел. И по колее, ровно, на вся, давай. Сидей, 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 вот так пошел. Чуть-чуть туда. Давай, 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 давай. Оп, стой туда! Стой! Теперь туда руль! Лево, 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 руль! Лево! Лево, лево, лево! Стой! Не заводи! 2-4! Отдай! Давай, 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 давай! Только ходом! Оп! Все, 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 нормально! Давай, работай, лев, пошел! Ровно, ровно. Типе тестит, но тут пока 0.4, еще обкаточная программа, не боевая, колеса китайские, типа багера, честно не скажу вам, что так называются.
налево. Ровно. Оп, стоп, стоп, стоп. Сейчас ляжет. Стой, стой, стой. Бочком стоит. Отвлекся я на 2 минуты. На минуту даже. Так, надо, если там снимут, чем все это закончится. Короче, мы никак до Федоровича не можем доехать. У нас какие-то проблемы. Я патрулю дал. Фендера нет. С той стороны фендера нет, зеркала нет. Дверь помята. Скоро патруль поедет в спорт. А. Иди протягивай. Да сейчас. Я понял. Сейчас убираем. Вадик на брюке тащит Ниву. Раздатка. А, ой, поломалась. Вот. Ну, Костя поменяет потом. Там, да. Там бревно старое, ты проедешь. Все четко, давай. По дальнему. По дальнему. Короче, не можем мы, блин, засветло приехать. 7. Но мы еще успеваем. Все нормально. Потихонечку едем. Все хорошо. Вот, Невасик. 31-х не Нива без раздатки, кстати, неплохо вниз ездит. С кайфом. Вообще. Все нормально. Патрули здесь, Нива здесь. И вот там еще Нива. Короче, все, поехали дальше. На видео ни хера, да, непонятно вообще. Попшать будут. 100%. Ладно, камень, камень. По-братски, не в лобовое, дорого. Пожалуйста.
Свой УАЗик чувствует напряжение. Под руля. Бля, пацаны едут вообще сзади? Наверное. Это на облигу? Это та самая дорога, да? Да, это подъем на облигу. Все, вот мы направо свернули, все, пошел на подъем на облигу наверх. Слышь, а если Ваник не сможет затянуть? Затянет. Если медленно затянет. Не отпускаем спортсменов, вообще не даем им шанса расслабиться. Пенсионеры за спортсменами. Пенсионеры, спортсмены вот эти вот. Ну что, мы на облиго. Там, где-то. Все целые. Да ништяк. Минус одна Нива, раздатка. Но это бывает. А так с кайфом, все целые. Это уровень.